Так что у тебя опять за бардак в комнате? Почему это стоит на столе? Что это за пакет? Выкинь ты его уже, наконец-то! Ты едешь в лагерь. Я тебе сказала, ты едешь в этот лагерь. Ты сидишь дома. Да я не хочу! Да ты сидишь... Ну и что? Я не люблю гулять. Тебе вообще. Тебе надо, ты понимаешь? Да не люблю я общаться, но не люблю. Мне не это... надо. Да не хочу я! Ну все, вроде бы успокоился. Пора спать. Всем привет! Папа! Папа! Видимо, пора ехать. Наши встречи не случайны, где бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя. Да хоть на Баду, да хоть на берегу моря. Наши встречи не случайны, где бы мы не пересекались, с кем бы мы не болели, найду тебя. Да хоть на Баду, да хоть на берегу моря. Долго искал, что давненько изучил, что ты любишь и вообще о чем мечтаешь. Среди самых высоких скал, где видно почти весь мир, даже там видно мне, что ты заяц. Из самых последних сил, но я замер, как и весь мир. Как так ты мне объясни? Все, что сейчас мне остается, не грустить. Теперь ты моя рыбка, я ищу тебя среди сети. Я давно попутал недели, дни рождения. Рисуя тебя в голове по полотенцам. Меня что? Мне надо показать себя с другой стороны. С другой стороны нам надо просто...